Партизан. Новички в хайпах, попав на сайт партизана, обычно восклицают: «Какой отстой! Что за дебил вытащил из помойки это убожество?» Им невдомек, что партизан в один прекрасный момент может развернуться в масштабный проект, который станет легендой хайп-индустрии, ну или, по крайней мере, значимым событием года. Партизаном называют хайп, сайт которого лишен дизайна, довольствуясь шаблоном, который поставляется со скрипта. Вдобавок процентные ставки приблизительно малы, обычно речь идет об 1% в день, а бывает и того меньше. При этом партизан работает в режиме ручных выплат, срок ожидания может растягиваться на полные сутки, а порой и более. Казалось бы, что тут привлекательного для инвесторов? Однако опытные игроки знают, что срок пребывания на стадии партизанства может длиться несколько недель, а то и месяцев. За это время, оперируя небольшой суммой, не более $100, можно существенно нарастить баланс, выведя тело депозита, и к моменту запуска полноценного хайпа играться во всю Ивановскую, не рискуя ни копейкой. Хороший партизан в руках опытного админа – отличный шанс увеличить вложение. Суммируем признаки партизанищего проекта. Отсутствие сколь-либо привлекательного дизайна. Отсутствие рекламы и раскрутки. Обычно админ берет одного-двух мониторов, которые регистрируют участников и выплачивают стандартную ревку, указанную в проекте. Размер реферального вознаграждения в проекте колеблется от 1% до 3%. Как правило, цифра стремится к нижней границе. При таких параметрах хайп абсолютно не привлекателен для большинства потенциальных игроков. Казалось бы, в чем может быть смысл запускать партизана, если админ все равно не сольет банк? Тем не менее, для админа есть свои плюсы. Прежде всего, экономия. Можно брать дешевый хостинг, обходиться без доз защиты, а порой даже без лицензии на скрипт. Во-вторых, мизерные процентные ставки по депозитам и крохотная ревка позволяют работать долго со скромными суммами и ограниченным числом участников. Партизан финансово устойчив. В-третьих, за время подпольного сидения админ нарабатывает себе и своему проекту репутацию стабильными выплатами, оперативным решением возникающих у вкладчиков проблем. При этом проект уже размещен на популярных форумах и соответствующие темы обновляются выписками о выплатах и вкладах силами энтузиастов. Таким образом, партизанство – это медленная, но весьма эффективная рекламная кампания. Преимущество ее в том, что она фактически дармовая для админа. В-четвертых, в момент вывода своего проекта в большое плавание с измененным дизайном и новыми, более интересными процентными ставками, админ сразу со старта получает лояльную группу инвесторов, которую в ином случае еще пришлось бы завоевывать. В-пятых, админ может использовать средства инвесторов, чтобы оплатить новый хостинг, дозащиту, заказать дизайн у хорошей студии и тому подобное. В-шестых, паника не страшна проекту. Участники партизан хайпов, как правило, относятся к категории хладнокровных и спокойных, так что периодическая недоступность сайта или затяжной период невыплат их не пугает. А что же привлекает опытных игроков? С
ученикам партизана теоретически маловероятен, что логически обосновано. Небольшое число игроков, малые суммы вклада, буратинки с килобаксами не влетают, отсутствие ажиотажа очень привлекательно. Можно тихонько создать приличный баланс на счете в проекте к моменту полноценного старта, вывести тело депозита, таким образом обезопасив себя от всякого риска. При этом каждый день работы проекта получает прибыль. Впрочем, даже само по себе участие в партизане не лишено смысла. Все-таки 1% в день на дороге не валяется. Можно сказать, что партизанство является симбиозом интересов админа и вкладчиков. Помогая админу активностью на форумах, участники из-под воль раскручивают проект, который в будущем обернется курочкой, несущей золотые яйца. В свою очередь, админ обеспечивает работу платежного станка, техподдержку и прочее. Однако партизан может оказаться ложным, так называемым закосом под настоящего партизана. В этом случае, при отсутствии дизайна и приличного хостинга, сайт все равно предлагает высокие процентные ставки по вкладам и высокую ревку 5-10%. Что свидетельствует о намерении админа быстро скамнуть, довольствуясь парой сотен долларов. Ложный партизан относится к категории шлакопроектов.